Здравствуйте, уважаемая Людмила Алексеевна, Евгений Давыдов. С прошедшим вас, милая, с прошедшим юбилеем. Да, обалдела так, что я ничего не видела уже там 3 часов сидели. Ну, Людмила Алексеевна, вы же, как я просто слышал немножко, краем уха, вы ночь не спали. Что делать? Ну, бывает. Тем более, выдержать 3,5 часа 5000 зрителей удержать. Да. И они же не хотели уходить. Ну ничего, отхожу потихонечку, но медленно. Очень тепло о вас отозвался Кобзон. Нона Гришаева очень хорошо о вас сказала. Там и Салют Москонцерта, высокая такая красивая женщина. А, это Вера Дерадзе, по-моему. Да, очень хорошо. Ну, слава Богу. Я это все ведь записал на видео, и скоро буду выкладывать это в интернет. Это замечательно. Делаю передачу. Когда концерт закончился, да. И когда вы уже, это, когда я к вам подошел, и запись начала, они все галдят. Я им говорю, потише, они не слышат. Стоило сказать Людмиле Алексеевне, тишина. Замолчали, полная, как тихая тишина стала, идеальная. Людмила Алексеевна, вы очень хорошо сказали, очень хорошие теплые слова. В адрес Сопской области. Тихо Николаевич, он первый дал мне звание, и оно и пошло потом потихонечку все. Это он вам первым дал звание? Ну да. Он говорит, а у тебя что, званий нет никаких? Я говорю, да, нет. Вот так. У вас первое звание какое было? Заслуженный искусств. Деятель искусств. А в каком году-то вам дали народный артист? В 85-м. Хорошо, Женечка, я вам желаю всех, всех благ, успехов, и чтобы все у вас было хорошо, да? Всего доброго, до свидания. Хорошо. Спасибо. Всего доброго.